Всем привет на канале Ялты. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим на детскую больницу, которую хотят отобрать. И сделать там что-то другое, ялтинцы все паникуют. Вот мы видим корпуса больницы. Небольшой парк. Аллейки тут, лавочки раньше стояли, люди отдыхали. Сейчас это все стоит пустое. И стоит так долго, год или полтора приблизительно, а может и дольше. Все закрыто, заколочено, никто этим не занимается. Тут пришло все в упущение в какое-то. Валяется разный мусор. Корпуса больницы. Там раньше был рентген, все закрыто. Да, конечно, вид такой удручающий. Абсолютно ничего не делается очень давно и долго. Надеюсь, скоро все разрешится. И что тут сделают с женской консультацией? Вот она, женская консультация. Тоже неизвестно. То ли закроют, то ли оставят. Она прям расположена рядом с детской больницей. Вот такое вот старинное здание. Ворота тут их бедных их перекосило уже давно. Никто не может отремонтировать. А вот здание женской консультации. И дальше был проход. Но тут обнесли все сеткой. Сейчас туда не пройти. Вон здание детской больницы. Оно достаточно большое, но все закрыто. Ну, у нас как обычно, если закрыто, то потом везде мусор. Никто за этим не смотрит. Вот такое здание, детская больница. Ну вот обычно тут происходит собрание по поводу детской больницы. Надеюсь, решат с каким-то положительным результатом. Это все будет. Парк небольшой, скверик. И проезжая часть улицы Халтурина. Так даже называется остановка, детская больница. Но остановка пустая, потому что детская больница закрыта. Подпишитесь на канал, впереди нас ждет много хороших новых новостей. Всем пока-пока!